Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Россияне предпочитают ипотеку съемному жилью. Как сообщает аналитический центр Национального агентства финансовых исследований, из 4 миллионов российских семей, в настоящее время снимающих квартиры, лишь половина готова платить аренду дольше 3 лет. Взять ипотеку вместо того, чтобы снимать жилье, готовы 31% опрошенных. Для 53% респондентов, принявших участие в исследовании центра, наличие собственной квартиры, пусть и обремененной ипотекой, возможность продемонстрировать свой более высокий социальный статус. Ранее эксперты аналитического центра сообщали, что объем выданных ипотечных кредитов за 2016 год на 27% превысил показатели 2015 года. Основными драйверами роста стали снижение процентных ставок на рынке и предстоящее окончание программы господдержки ипотеки. Дайджест недвижимости. У зонального института хотят построить баню, пишет портал iKirov.ru. Публичные слушания о предоставлении участка для этих целей по адресу Ленина, 170, проходят в администрации города. В предпроектном предложении указано строительство бани на 50 мест. Здание будет 3-этажным, его площадь составит более 500 квадратных метров. На территории участка планируется разместить 12 парковочных мест. Расчеты, которые представлены в обосновывающих материалах, соответствуют нормам, сообщили в управлении градостроительства и архитектуры. У городской администрации нет оснований для отклонения проекта. Против строительства здания бытового назначения выступают жители соседних домов, которые хотели бы видеть на этом участке сквер. Замечания и предложения от участников общественных слушаний принимают до 17 марта в кабинете 117 администрации города, улица Воровского, 39. Там же можно ознакомиться с обосновывающими материалами. Дайджест недвижимости. Председатели гаражных кооперативов Кирова собирают на семинар по вопросам налогообложения. Его проводит администрация города совместно с управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области. Темой семинара станут вопросы налогообложения, а также осуществление регистрации и ликвидации гаражных кооперативов и кооперативов по хранению сельхозпродукции, так называемых овощных ям или кладовок. Семинар пройдет в ближайшую пятницу, 17 марта, в 299-м кабинете мэрии. Начало в 3 часа дня. К участию приглашают всех заинтересованных кировчан. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.